ваше внимание, представляем сайт Photoshop V13, сделанный чисто для нашего канала. На данном сайте вы можете почитать последние новости по каналу, скачивать необходимые файлы, смотреть видео прямо на сайте, общаться на нашем форуме и многое-многое другое. Ссылка на сайт в описании под видео. Флати одобряет! Еееей! Ваше внимание, представляем сайт Photoshop V13, сделанный чисто для нашего канала. На данном сайте вы можете прочитать последние новости по каналу, скачивать необходимые файлы, смотреть видео прямо на сайте, общаться на нашем форуме и многое-многое другое. Ссылка на сайт в описании под видео. Флати одобряет! Еееей! Здравствуйте, с вами Flutter Shabby 13, и будем сейчас проходить игру, точнее, демо-версии популярной крипипасты, называется Story of Life, История о пустых, сделана в RPG Maker, который когда-то делал тоже свою игру тесту, но она такая заброшена, и в ней сделали страшную крипипасту, которая была ремейк старый 2011 года, ремейк 2012 года, 2013 где-то, да, где-то 3 года. Я давно не играл в оригинал на 8-битной версии, а теперь на геймейкере. Окей. Смысл в чем? Мы играем тут за Apple Bloom. Вы не сможете вернуться в Pennyville. Понятно. Это демо-версия, как я понимаю, демка. Ну посмотрим, как она вообще себя представляет. Как сделано, ну понятно. Земля пони. Ну, по идее, вот это все штуки сохранить, и тогда это все не используется тут. Окей. Это что за хрень? Порой кто-то обронил по пару монеток. Вы получили 20 битс. Так, в оригинале этого не было, я помню. Значит, добавили. Ладно. Пойдем дальше. Что у нас тут? Лужайка. Никакой музыки. Здравствуй, Эбл Блум. Что ты тут делаешь? Привет, Вайлайт. Споры не значит, что не угадаешь, что мы сегодня натворили. Сегодня утром мы... Очень здорово, Эбл Блум. Но мне нужно. За скуталу такая команда супермедконосов. Что ж, уверены, что ты... И она тут говорит, и совсем не похожа на медведя. Прости, пожалуйста, мне нужно спешить. До встречи, береги себя. Для всех, без исключения. Эй, а куда ты идешь, Твайлайт? Я обещал поделиться с Декорой парой книжек по местным травам. И я тороплюсь. Лучше вернуться домой до наступления темноты. Вау, могу я пойти с тобой? Прости, Эппо Бум, но вечно дикий лес не место для маленьких кобылок. Я буду очень осторожно, предосторожно. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Вряд ли я... Просто... Ау... В лесу очень много... Уй... Ладно, ладно, ну ты должна пообещать, то не отойдешь от меня ни на шаг. Ура, спасибо, Твайлайт, пошли быстрее. Тут, наверное, Твайлайт не сама двигается, а мы управляем Твайлайт. А что будет, если вернуться назад? Понятно, то же самое. Окей, понятно, в чем прикол. Жалко на весь экран не сделать, но вам будет удобно смотреть, как я тут сделаю по-другому. Так, подожди, а что внизу? Тогда вниз нельзя было пройти. Понятно, тупик. Окей, идем дальше. Вечно дикий ест, да, сейчас будет? Да, вон, вот он. Вечно дикий ест, так. Ну да, потемнее. Кстати, тут немного по-другому сделано. Куда идти? То есть надо еще найти дорогу, куда идти. Окей, идем сюда. Кстати, с помощью шифта я бегаю, если что. Вот, ссылка его будет в описании под видео. Так. Что у нас тут? Тупик. Угу. Лабиринт, да, интересно сделан, конечно. Для демки неплохо. Окей, вот сюда надо. Угу. Те самые мосты. И вместо пустоты ям тут сделали, типа, вода. Так, а тут можно монеты еще искать, не? Так, угу. Интересно, что вот так нельзя заесть, а вот так можно. Ладно. Идем дальше. Ладно, давайте идти будем спокойным шагом, а не быстро через shift. Угу. Та-там. И что? Длинные проходы вперед. Это пустыня. Так, это просто, да? Это просто так, окей.
Чё-то на год большой, дикий ес, в отличие от оригинала на самом деле. Ой, дикий ес, вечно дикий ес. Или вечно чёмный. Так. А куда идти вперёд-то? Давайте пойдём сюда. А, тупик. Ну, знаете, надо идти сюда, да? А вот и Зикора. Привет, Зикора. Я принесла книги, которые ты просила. Спасибо, пони. Вам скажу за книги, что давно я жду. Рада была помочь. Не близким будь вам путь сюда, но продолжать ночай не стану. Узреть кошмар, чё сей тьма, вам не позволю я, друзья. Так поспешите же домой, чтоб ночью не столкнулся с тьмой. Как всегда в своем репертуаре. Что бы это значило? Без понятия, пошли домой, Поблум. Думаю, что не стоит беспокоить Зикору. Окей, так, сундук. Тут кое-что есть. Вы нашли один их зелье здоровья. Зелье здоровья? Тут все-таки можно лечиться, решили придумать, да? Так. Постанавливает 200 хп. Вот лайк, кстати, 600 хп у землеполя 200. Понятно, она же маленькая. Окей, идем назад. Ну да, заметно, что темнеет, кстати, по экрану. Темнее экран даже стал. Такая музыка спокойная, 8-битная. Решили не убирать ее. Только главное меню изменена была. Окей. И что же тут у нас? Как темно. Что за? Откуда здесь взялось поваленное дерево? Это деревяшка же просто. Может, это сделали? Призраки? Глупышка, призраков не существует. Ладно, попробуем применить магию. Да что тут творится? Подождите себе, Поблум. Мне придется потратить на это чуть больше времени. Не сейчас, Поблум. Окей. Ну я пойду отсюда подальше. Убегаю от Вайлет. Я убегаю куда хочу. Это что за пони? Видели пони? Нет смысла туда идти, так. Какая-то пони появилась, прошла туда. Темный лес. Супер. Мы в темном лесу. Так, сюда точно нельзя было пройти, а теперь можно. В оригинале я помню, что-то не было по-другому все. Окей. Ну, автор свою зимнику решил внести. Вот такой вот темный лес. Ну, не особо страшно. В принципе, светло. Ну, видим, пока еще темнеет. Но я не вижу смысла, что он темнеет. Поблум, тебе не страшно идти сюда одной? Видимо, ей норм. Видите, какой взгляд у нее. Такой. Сердитый. Небось, она сердится, что я выиграю в эту игру. Окей. Вот тут светлее, кстати, смотрите. Проход куда-то. Смотри, куда попали. Деревня. Надпись на указателе, как ни странно, стерта от непогоды и, можно сказать, времени. Интересно. Так, шарики. Так, ты кто? Грейпуф. Хе-хей, привет, юная кобылка, и добро пожаловать на наш солнечный уголок. Эй, спасибо, а кто вы такой? Грейпуф всегда к вашим услугам. Эй, экстраординарный планировщик празднеств. Вечеринка только что началась. Милости просим к нашему столу. Интересно. Ты можешь поесть? Не, это просто декорации. Окей. Домик. Домики, ничего нет. Грядки тоже ничего. Вот так, ускорим немного. Так, еще одна пони. Старит. Плачет. Он не сказал мне ни слова за всю ночь. Да. Кто не сказал? Может, ты не сказал? Ронео. Привет. Случилось чего? Нет, ничего. Ладно, расскажу тебе. Вот этот пони зовут Старлет. Я хотел подарить ей подарок, но потерял его. И нигде не могу найти. А он был стоящим. Если будешь бегать неподалеку, поищи, пожалуйста, мою вещицу.
Пожалуйста, найди мою драгоценность. Понятно. Ну, понятно, все одно и то же. Окей, поищем, если что-нибудь найдем. Еще раз, на дальше. Деревня западная часть. Хотя бы запад правильно определил, где находится. Так. Ты кто еще? Эй, не знаешь, почему всех здесь... Так. Эй, не знаешь, почему всех здесь нет ключей марок? Ключи, и чего? Прости, малышка, но я без понятия, о чем ты говоришь. Угу. Понятно. Что за домик? Ничего интересного. Понятно, окей. Так, что за домик? Понятно. Так, еще одна пони. Что, ходить можешь? А я не знал, что в диком лесу живут пони. Триев. Что-то не перевели даже. Нам часто говорят подобное. Здесь мы ни в чем не нуждаемся. Так что навряд ли когда-нибудь покинем это место. Думает про себя. Как-то жуковато прозвучали последние слова. Расслабься, будь как дома. Таким голосом говорю, упоротым. Ну так и знал. Окей, проход дальше куда-то. Что там прошло? Угу. Пока что так же светловато. Какой-то домик. Вот эти шаги. Черт, закрыто. Окей. Это что за колодцы там идет? Какие-то камушки? Внизу колодца блестит какая-то вещица. Я могла вытащить ее. Будь у меня подъемник. Понятно. Подъемник. Так, а что тут у нас? Тупик. Окей, идем назад. Надо что-то найти надо. Но тут, я думаю, вряд ли что-то есть, мне кажется. Я помню, что тут вроде точно ничего нету. Где-то в деревне что-то такое. По оригиналу. Угу. Смотри, как же тут блестит у нас. Что это тут валяется в грязи? Похоже на драгоценный камень. Вы нашли рубин. Такими вещами не разбрасываются. Скорее всего, его кто-то потерял. Спасибо, Кэп. Похоже, это тот драгоценный и потерял Ронео. Спасибо, Кэп. Игра. В этом колодце даже моя пригодна для питья вода. То есть ты даже с колодцами можешь разговаривать? Взаимодействовать? Не знал. Вот только секретки есть. Ну, держи. Нет, я закрою, что ты потерял. Протягивает найденный ранее рубин. Ты нашла его. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Сразу убежал. Ронео, еще раз спасибо. О, Ронео, право же не стоило. Недостаточно того, что ты меня любишь. Понятно. Что за домик? Так, это, по-моему, тот сам пазл с этими ящиками. Опять прикол, тут что-то наверняка можно застрять. Хотя, может, и нет. Так, понятно. Такие звуки упороты немного. Так, ты чё тут плачешь? Ты кто? Мита. Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Все снова повторяется. Снова и снова. Могу ли я тебе помочь? Ты ничего не изменишь. Лучше уходи, пока не поздно. Думаю про себя. Странные тут какие-то. Все. Это неправильно, это неправильно. Все снова повторяется снова и снова. Окей. А? Вы нашли рычаг от колодца. Оказывается, эти ящики можно открывать. Окей. Рычаг от колосса. Понятно, что делать надо, да? Окей, идем обратно. Идем. Идем. Интересно, мне видно вообще? Все темно. Ну, вроде все светло. Все, рычаг сейчас ставим. Неплохо, ремейк сделан, так опять этот. Повторяется эта хрень.
ему без конца. Черт, закрыто. Да, так я и знаю. Теперь могу лучше без тяжку исколоться. Вы нашли ключ от дома. Прочитаем. Благодаря странному блеску этот ключ можно обнаружить даже в полной темноте. Окей. А, кстати, ключ остался. Ну, окей. Что это за комната? Темновато. Что-то намного темнее, чем было. Что это такое? Куда она подевалась? Тут ничего нет, кроме... Чё за пипец? Нет! Сама убежала. Вопрос? Это что за страшный звук? И такого не было, выкинь такого звука. Когда чертовщина тут творится, нахрен. Беги отсюда. Непонятно, что произошло. Чё произошло? Чё стало с этим местом? Да. Грейхуф, у нас не было нового выбора. Она хотела испортить нам праздник. Кто это сказал вообще? Грейхуф, я его даже не видел. Какая-то чертовщина тут произошла. Какие-то деревья появились. Окей. Оху, что это за хребызло? Триев. Проклятие постигло ей той ночью. У нее была метка. Таких нет места среди нас. Что-то сказал. Ой-ой-ой, нахрен я тронул ее. Не бойся. Ты никогда не станешь такой, как она. Game over? Шутка, что ли? И заново? Перемотай. Так, все, мы перемотали. Блин, жалко, сохранений тут нормальных нету. Что это все перезагрузить заново? Давайте сохранимся вот тут. Так что пусть будет сохранение лучше. Все читал, да-да-да, самый хрен. Все. Я тебя больше не буду трогать. Куда идти? А тут тупик, блин. Окей, ты меня не тронешь? Так, а куда идти? А, вот проход тут был. Че, еще один? Пожалуйста, останься с нами, Гладстоун. Сам, кстати. Мы не позволим тому с тобой прожить то же самое. Отстань! Ты что такой злой? И что мне делать? Так реально, а что делать? Что еще делать? Нехрен. Как я пройду тут? Реально! Меня сейчас сожрут и все, да? Эй, ты там чего еще срыхнулся? Тут надо было камень, помню, двигать. Почему ничего не работает? Конец, что ли? Такой. Не, это вряд ли конец. Я думаю, надо про. А-а-а! Вот что тут этот камень нужно было двигать! Я помню. И не. Сумасшедшие твари, отстань. Это хардкор какой-то. Пипец. Ну, страшновато на самом деле немного. Развалины такие. Вместо домов. Ой-ю. Мы лишь хотим дружить с тобой. Не уходи, остальным это не понравится, Ранео. Дурачьё. Даже будучи мертвыми, они не понимают, я должна была ее защищать. Мита. То, что ты видишь, в нашем вечном наказании, это то, что мы совершили. А теперь беги, если хочешь жить. Окей. Ты теперь под нашей защитой навечно. Охренеть.
Окей. Понятно все, короче. На, вообще тут хардкор решили устроить небольшой. Так. Давай, давай, быстрее. Ну блин! И меня просто убили. Ты видел, что я призрак останавливаю. Попун становится призраком на самом деле. Кто замечает. Жесть, блин. Все, я пройду эту игру. Не, прикольно сделан ремейк, ты сами неплохо ли. Только, блин, это дурацкая херня, что я, блин, постоянно умираю по глупости. Твои. Что они застревают? Отстань. Нет. Ты где вообще? Тут глаза видно, блин. Окей, пусть будет сохранение тут. Кстати, Мид та самая плачущая пони из дома. Она решила нас защитить, как я понимаю. Давайте сохранимся тут. Окей. Все. Кто нас убил? Вот этот пу... Конечно, ты видел, какая скорость у этого пони была. Сумасшедшая. Надо просто шип зажимать и бежать. Иначе это просто будет жесть. Я помню чертову кустарник, я ее не застрани, не сдобровать. Охренеть! Ты какая скорость у этих пони! Теперь ты набрашь защитой. Сумасшествие. Это полный хардкор на самом деле. Окей, пробуем еще раз. Отстань. Сумасшедшие пони. Тупые кустарники, где выход? Откуда я пришел вообще? Черт, я не туда побежала. Пипец, блин. Не страшно, конечно, но, блин, они бесят меня, эти хрени. Я вижу кустарники. Тупые кустарники. Жалко сохранение, блин, тут не приделали, блин. Только вот самому сохраняться. Вот эти, блин, пустые пони. Сумасшедшие. Кустарник! Я не понимаю, где можно пройти, где нельзя. Я эту игру не пройду, такое ощущение уже просто. Из-за таких мест. Намного сложнее, чем там. Ну да, или хардкора. Чем они быстро бегали. Где кустарник, где дерево? Нет, это издевательство. Твари. Где выход? Вот он выход на следующий уровень, блин. Ну это точно хардкор. Смотри, как они быстро двигаются. Побег, блин, от этих темных сумасшедших пони. Ненавижу таких пони больше на свете. Кустарники. Я не так, типа, я вниз пошел опять. Я пройду это когда-нибудь, нет? Вообще ничего нет. Откуда взялись эти кусты? Кустарники, да, застряну, то бы не сдобровать. Я попал про... Что за привычка, вниз идти? Направо, направо, запомни, райт. Флайки, запомни, райт. Меня уже начинает бесить, на самом деле, игра. Тварь. Все. Не тупить. Их до хрена. Мне надо сейвы делать постоянно. И я буду проходить всегда вот с этого момента. Бесконечно. Я не думал, что убежать от пустых так сложно. Это пипец полнейший.
Тут еще сохраняться запрещено, смотри-ка. Блин, опять направо. Смотрите, сколько этих уродов. Сохраняться нельзя. Вот это полный хардкор. Да, понятно теперь. Чтобы попугаться, блин, тоже, как они. Эти поняши, блин. Отвалите. Вот куда теперь бежать? Тупой камень. Так, первое я прохожу с легкостью. Второе пока с первый раз прошел. Третью локацию пока не выучил. Выучить надо локацию, чтобы понять, как бежать. Иначе тут не пройдешь. Это вроде тоже выучил уже потихоньку. Третий локас застрял в каком-то камне, теперь в дереве. Нет, полный хардкор. Пустые, блин, уроды. Просто. Реально. Тут даже запись не выключишь, блин. Смысл, блин, постоянно переключать запись. Не тупить. Так, первый прошел. Второй маневр. Третий! Почему опять это камень? Я в один тот же камень или дерево на третьем уровне попытаюсь. Постоянно! Пипец. Нет, реально хардкор какой-то устроили. Пока живая, Баблум, беги. Беги, пока ты можешь. Их до хрена. Выйди. Пипец, хардкор. Ты? Прости, пожалуйста. Я не хотел тебя путать в эту историю. Мне просто было любопытно. Не волнуйся, я ни в чем тебя не виню. Твоя ключемарка. Уличительное стекло. Выходит, у тебя неплохо получается что-то находить. Я наконец поняла, что именно она обозначает. Я могу тебе найти выход отсюда. Ага, вот как. Эппа Блум, слава съесть, наконец-то я нашла тебя. Твай! Надо выбираться из этого жуткого места. Кто знает, что за уши могут тут скрываться. Вот это место было самое сложное. Три уровня всего лишь, блин. Хрень, блин. До встречи, друг. Спасибо за игру. Конец демо-версию. Ну вот такая игра, надеюсь, вам понравилась. Мне на самом деле понравилось, только хардкорно немного. С вами была Fluttershy 2013. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Подписывайтесь.